Фаритович, 16 марта состоялось заседание трехсторонней комиссии, где рассматривался вопрос о создавшейся ситуации на Салават-Нефтемаш. Приятно осознавать, что люди, которые принимали участие в этом заседании, отнеслись с пониманием к нашей проблеме. Но беспокоит то, что сроки, которые установил для решения нашей проблемы эта комиссия, не совсем корректны. Второй и третий квартал этого года. Боюсь, что в июле месяце у нас от численности завода останется всего 30%. От имени трудового коллектива обращаемся к вам с просьбой ускорить решение нашей проблемы. Стаж работы на предприятии более 40 лет. И таких, как я, большинство. Мы пришли молодыми людьми и принимали опыт у старшего поколения. На сегодняшний день, имея за плечами огромный опыт квалификации, тяжело осознавать, что мы не нужны. Надеемся, что вы окажете содействие в сохранении рабочих мест и обеспечите предприятие заказами. Дружусь на заводе, который имеет многолетнюю, очень славную историю, которому в этом году исполняется 70 лет. И мы этот юбилей ждем, как была победа у нас в 45-м году со слезами на глазах. Вот у нас такой юбилей со слезами на глазах. Зарплату получаем вовремя, аванс, расчет, отпускные. Завод вроде бы как бы и работает, ходим на работу, но в то же время идет планомерное сокращение кадров. Сокращают не основных рабочих, а основные рабочие остаются. Хотелось бы, чтобы завод у нас остался жить, работать и процветать. Был бы у нас свой директор на заводе, который болел душой за наш завод, искал нам заказы. Также хотелось бы обратиться лично к Ради Фаритовичу Хабирову, главе нашей республики Башкортостан. Вот давно в Курултае они делали отчет о работе в 2020 году. Как у них там все замечательно и прекрасно. Привлекли инвестиции, безработица сократилась. Но в то же время на нашем предприятии сокращаются люди. И люди, которые здесь остались, они хотят работать, зарабатывать и содержать свои семьи. Никто не хочет оставаться за забором, как говорится, и идти на баррикады.